Податок на прибуток у парламенті пропонують замінити на податок на виведений капітал. Які плюси зможе отримати українська економіка? Та які підводні каміння криються за цією ініціативою? Будемо з'ясовувати це з віце-президентом Асоціації податкових консультантів Дмитром Михайленком. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день. Скажіть, будь ласка, взагалі от заміна податку на прибуток, податком на виведений капітал. Його ще називають цей податок розподілений податок. А скажіть, будь ласка, що це змінить взагалі для економіки? Адже втрати від недоплати саме податків в Україні 30-70 мільярдів на рік за оцінками багатьох експертів. Смотрите, дело в том, что когда мы говорим о налоге на прибыль, это немножко не то чтобы неправильно, но нужно понимать специфику. Наше государство последние годы взяло курс на эффективный сбор косвенных налогов типа налога на добавленную стоимость и, надо сказать, добилось в этом хороших успехов. Может быть, мы даже обогнали Европу в части администрирования НДС и борьбы со злоупотреблениями. Что касается налога на прибыль, ну вот оглянитесь вокруг себя. Как вы считаете, предприятия, хоть ваше, в котором вы работаете, хоть окружающие, они получат прибыль в этом году? Возможно, нет. Ну, телебачення справа одна, а от бізнес інша. И все-таки, да, ну, есть средняя температура по палате, и в этом году прибыли будет гораздо меньше, чем в прошлом, возможно, ее вообще не будет. Если у нас не будет прибыли, какой может быть налог на прибыль в этом году? Нияк. Ну, аналогично, да, совершенно верно. И в этом смысле замена налога на прибыль в условиях, когда прибыли, возможно, не будет, на налог, который не отменяет налог на прибыль. Он лишь говорит о том, что мы ее заплатим, когда распределим на себя дивиденды. Очень, может быть, не даст какой-то вот негативный эффект в виде недоплат в бюджет конкретно в этом году. То есть этот год в этом смысле является удачным, просто потому что так сложились обстоятельства. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Есть обратная сторона этого вопроса. Ряд предприятий, который ну, инвестировал в Украину последние годы, у них вообще убытки. Откуда взялись убытки? Во многом они взялись из курсовых разниц. Гривня падала несколько раз, начиная с 2008 года, и каждый раз это сопровождалось огромной налоговой подушкой в виде расходов. Это объективные расходы, они не фейковые, но тоже так сложились обстоятельства. Сумма убытков от курсовых разниц исчисляется ну, под триллион, насколько я помню цифры. И это то, с чем плательщики традиционного налога на прибыль не хотели бы расставаться. Ну, это их интерес. Ну, иначе вот как-то так пропадет, а дивиденды рано или поздно распределять надо, и как тогда быть с этими убытками? Это вот, наверное, ну, вот две таких цели, да, введению налога на прибыль в нашей стране. В основном я вижу, да, есть еще третий вопрос совместимости с конвенциями по избежанию двойного налогообложения. Если мы ну, меняем один тип налога на другой. Ну, тут можна уточняться, договариваться, ну, где-то, наверное, і терять. Пане Дмитре, виникає до вас логічне питання. Чи мінімізує взагалі податок на виведений капітал саме податкові схеми великого бізнесу? Чи залишатиметься в них сенс? Зокрема, там, знижувати фінансові звіти та користуватися так званою оптимізацією податків? Налог на выведенный капитал, наверное, сделает ряд инструментов, которые направлены на уменьшение налога на прибыль, как и инструментов борьбы с ними, менее актуальными. Ну, они сейчас нужны, завтра они не потребуются, если бизнесмен сам решает, сколько ему платить при распределении дивидендов на себя, а сколько оставить в собственном бизнесе, правда? Ну, тогда не нужно ну, химичить, по-простому говоря. Вот. Это, в этом же и есть ну, большой плюс в качестве создания инвестиционного климата в Украине. От чего страдает Украина? Она страдает от неопределенности. Приходит одна власть, потом вторая власть. Законы меняются, меняется их толкование. Растут риски, вероятности споров. Чем проще налог, тем эти риски меньше.
А тем более такой налог, который ты сам решаешь, когда ты уже готов его уплатить, потому что тебе нужны дивиденды, и ты хочешь потратить на личное потребление. А можете конкретизувати, пане Дмитре, будь ласка, а що означає, сам ти вирішуєш, коли саме заплатити цей податок? Ну, очень просто. Налог на выведенный капитал – это налог, который платится, базовое событие, по решению акционера распределить прибыль на дивиденды. Сейчас классический налог на прибыль платится по факту возникновения прибыли. А мы говорим, что налог на выведенный капитал как базовое решение будет платиться по факту принятия решения о распределении этой прибыли. Это решение может не произойти в этом году, оно может произойти 2 или 3 года. В этом же опасение тоже, ну, антагонистов этого закона. Никогда не решит, ну, то есть бизнес никогда не будет распределять. В Эстонии так не произошло. Там был лаг во времени 2 или 3 года, когда действительно не распределялись дивиденды и не платился налог, но потом человеческая природа взяла свое, и люди начали распределять дивиденды на себя государством. То есть они потихонечку выровнялись, это произошло не год в год, но там через 2 или 3 или 4 года все-таки налог начал платиться с этих всех вещей. Пане Дмитре, такие дела. Пане Дмитре, от логічне питання в цьому ракурсі. Податківці дуже занепокоєні тим, що, в принципі, як вони кажуть, що Україна може отримати великий дефіцит держбюджету, тобто його збільшення. Чи не буде такого, що в разі от таких змін будуть підвищені ставки за іншими податками? Я ничего не думаю по этот счет. Я уже вам сказал, что вряд ли наша налоговая служба много соберет налога на прибыль в качестве альтернативы налога на выведенный капитал. С таким же успехом она должна говорить, что сейчас нужно повышать ставки по налогам другим, потому что будет недобор по налогу на прибыль по объективным обстоятельствам. Или же ну, наша налоговая, как и раньше, начнет химичить, попросту выбивать из людей авансовую уплату по налогу на прибыль, чтобы закрыть дыры в бюджете. Но это же ничего не имеет с разумным, ну, там, легальным и цивилизованным налогообложением, правда? Я, честно, нужно заняться сокращением расходов государственного бюджета, и тогда все сойдется. Ну, это не вопрос антагонизма налога на прибыль и налога на выведенный капитал. Точнее, в этом году этот антагонизм является наименьшим. Так, а звідки взагалі от податкова бере такі цифри? Я читала таку інформацію, що податківці зазначають про те, що, зокрема, великий офіс великих платників податків, він там кажуть про те, що взагалі бюджет може втратити близько 80-100 мільярдів від введення оцього податку на виведений капітал. Звідки такі цифри беруться? Можете мені пояснити? Ні, не можу. Я ці цифри і багато інших цифр слышу останні 5 років, як тільки виникають ініціативи введення налогу на виведений капітал. Більшість з цих цифр являються, ну, не підтверджуються, м'яко виражаюся. Більше того, всі ці розрахунки робляться в статиці. Вы же можете сделать расчет, исходя из ожиданий по налогу на прибыль на 31 декабря 2019 года, когда о коронавирусе еще никто не слышал, правда? Никто не делает. В налоговой службе в Минфине я ни разу не встречал, чтобы экономическое моделирование, ну, даже так, налоговое моделирование делалось в динамике. Но учитывало бы изменение ситуации вследствие шагов, которые предпринимаются в ее изменении. Пане Дмитре, якщо все ж таки буде введений саме податок на виведений капітал, який відсоток від детінізації діяльності бізнесу може отримати, зокрема, українська економіка у відсотковому еквіваленті або в грошовому? Можете сказати от за вашими підрахунками, зокрема? Это будет тоже немножко гадание на кофейной гуще, ну или чисто на интуиции, потому что я не обладаю полной статистикой. А, ну, есть ощущение, что у нас хорошая часть бизнеса в тени, и его будет становиться больше по разным причинам. Опять же, влияет кризис, влияет карантин. Поэтому ну, простое отсутствие мотива ну, как-то там перекраивать, избегать, изменять налоговые базы, это уже немало. Это уже немало. Я, ну, к сожалению, наверное, не смогу ответить на ваш вопрос, потому что ну, он немножко напоминает вопрос там,
процент там, душевного равновесия, которое приобретут люди вследствие определенных событий. Может, этот процент и можно высчитать, но я это делать не умею. Я вас разумею. Я считаю, что станет лучше. Да. А сколько в процентах станет лучше? Ну. А взагалі, от як такі податкові зміни вплинуть на роботу самих податкових, зокрема, якщо говорити про адміністрування послуг? На налоговой, ну, когда налоговая служба не может, потому что не нужно контролировать момент события, ну, бизнес решился распределить дивиденды, значит, платит, то работа сокращается. Другое дело, что в последней редакции законопроекта, который я видел еще во времена предыдущей каденции нашего парламента, в законопроекте было заложено много так называемых запобежников. Ну, тобто событий, которые являются наряду с решением о распределении дивидендов, основаниями для признания определенных выплат псевдодивидендами. Кстати говоря, то, что сейчас вводится в антиофшорном проекте 4.6.6, там есть статья «Условные дивиденды», это отголосок как раз наработок авторов того законопроекта о налоге на выведенный капитал. И вот таких псевдодивидендов там так хорошо, странички на 4. И это, конечно, будет зоной контроля налоговой службы и признание тех или иных платежей условно скрыто выплаченными дивидендами, и это потребует контроля. Другое дело, что контроль за отдельными операциями, их признание или непризнание дивидендов, он чуточку менее затратен, чем контроль за правильным исчислением финансового результата по налогу на прибыль. Ну, это разная работа. Представьте работу аудитора, который должен подтвердить финансовую отчетность, ее адекватность. И работу аудитора/юриста, который оценивает отдельные операции в периоде на предмет их адекватности. Наверное, у второго будет работы меньше. Вот, поэтому, да, адміністрування, на мій взгляд, должно уменьшиться. Також, якщо говорити про останню редакцію законопроекту, який був нещодавно представлений, впроваджується контроль за трансфертним ціноутворенням. Скажіть, будь ласка, як це вплине на операції з нерезидентами, на ваш погляд? Знаете, поправки в трансфертное ценообразование происходят постоянно. Это определенное обязательство Украины перед ОСР, ну, внедрить все, что уже внедрено во всем остальном мире. Сейчас вводятся, ну, какие-то новые ступени, да, в этой зоне контроля появляются такие вещи, как мастер-файл и отчетность по странам, что для некоторых, не всех предприятий, добавит административной работы. Вводится категория деловой цели в нетоварной операции, где налогоплательщик должен обосновать, что деловая цель присутствовала в операции. Uh-huh. Поэтому работы в этом смысле, я соглашусь, станет больше. Будет ли ее меньше, если ведут НВК, я не уверен. Насколько я знаю, трансфертное ценообразование НВК не вычеркивалось, а было одним из вот таких условных псевдодивидендов. Ну, тобто, если мы платим то, что не вписывается в правила трансфертного ценообразования, это считается условным распределением дивидендов. Поэтому сказать, что там, при НВК станет меньше ТЦО, ну, скорее нет, чем да. Опять же, ну, в той редакции, которую я видел, последней версии законопроекта о налоге на выведенный капитал. То есть она должна, если уж она принимает ТЦО как элемент контроля и псевдодивидендов, то тогда она должна следовать процедурам, которые вводит ОСР. Пане Дмитре, я вам дякую за ці відповіді. Ми вже вимушені завершувати. Наш час ефіру добіг кінця. Дякую, прощаюся з вами. До нових зустрічей. До свидания, спасибо. Ну, а я з вами теж прощаюся. Нагадаю, ми сьогодні говорили з Дмитром Михайленко, саме віце-президентом Асоціації податкових консультантів. До нових зустрічей!